потеряли девчонку. Ее на вертолете увезли на алмазный рудник в Сибири. У нас будет один шанс вытащить президента, прежде чем он сдаст Макарову коды запуска, и тот задаст Европе жару. Как только мы коснемся ногами земли, станет весело. Смотри, старик, не подкачай. Я знаю, вы, янки, любите блистать, так что пока вы героически спасаете заложников, мы с Юрием придержим соседей. Ладно, парни, не стрелять. Мертвый заложник нам ни к чему. Какой расклад, босс? Кругом враги. Кто бы сомневался? Все чисто! Побереги! Ага, я его вижу!
найти и другой выход отсюда! Лестница с левой стороны! Пошли! Это Сэндман, мы на дне шахты, нам понадобится поддержка с воздуха. Принято, Сэндман, мы пошлем вам предатора. Готовы? Постарайся не отставать. Обстановку. Президент у вас? Никак нет, оверлорд, но мы нашли девчонку. Высылаем команду для эвакуации. Продолжайте поиски президента.
Она пытается что-то сказать. Она говорит, что ее отца отвели еще к ужасу. Квадрате 7. Значит, нам туда, пошли. Только ты давай следом!
чтобы поприветствовать президента Гулевича, который вернулся в Москву. Корреспонденты подтвердили, что вот-вот начнутся мирные переговоры между Россией и США. К другим новостям. Глава ультранационалистов Владимир Макаров все еще на свободе.